Всем привет! Я, как всегда, в образе домового врываюсь к вам. У нас ужасная холодина, поэтому я одета как капуста. В общем, фиолетовым, в перчатках. Что я, собственно, делаю? У нас воскресенье 11:30. Я собираюсь красить батарею. Да, вам не послышалось. Я красить батарею буду, когда на улице у нас почти 13 градусов и сыро. Просто я понимаю, если не сейчас, то никогда я этого не сделаю. Сейчас покажу. Вот такая огромная батарея у меня. В ужасном состоянии. Но вот сзади, я смотрю, там она еще более-менее нормальная. Поэтому я думаю, я покрашу только то, что видно спереди. И оно высохнет быстрее, потому что у меня нет кисточки такой, которая туда достает. Я тут уже все подготовила, убрала с окна. Все вытерла. Сейчас буду приступать. У меня сейчас открыто окно, поэтому очень громко будет. В общем, вот так выглядит батарея. Это первый слой. Я, наверное, покрашу в два слоя, чтобы она была прям очень красивая. Еще откосы вот эти покрасила. Тоже два слоя покрашу. В общем, мне нравится. Краска воняет точно так же, как и для двери, не сильно. Открыла дверь. Она сейчас быстренько высохнет, проветрится. Написано, что нужен час для того, чтобы она высохла. Будем ждать. В это время пойду кушать приготовлю. Ну, в общем, я довольна пока результатом. Если что, у меня есть дуйка вот такая. Я ее включу, она быстро все высушит. Сижу, жду, пока высохнет батарея. И смотрю на свои решетки за окном. Понимаю, что я бы хотела их тоже все покрасить. Но перед тем, как их красить, это все надо снять, а потом уже идти красить. Это надо залезть на лестницу, короче. Но сегодня ветреная погода, прикольная. Может сделать. Еще надо этот шнур с интернета убрать отсюда лишний. Хотя я же эти решетки могу покрасить и с этой стороны. Ладно. Что хотела сказать? Ой. Вот стоит мне проснуться в воскресенье на час позже своего времени, в 9, а не в 10. И все, я больше ничего не хочу делать, мне все лень, все не так. И сейчас сижу, я понимаю, что я уже затухаю, мне надо пойти покушать обязательно. Я хочу сейчас грибочков пожарить, покушать. А, говорю, у меня аж слюнка течет. У меня шампиньоны остались, я у Сашки забрала с холодильника. Я ему приготовила покушать, а шампиньоны у него остались. Решила забрать, чтобы не пропали. И вот пойду сейчас готовить. Там еще картошечка жареная осталась. Короче, у меня сегодня будет такой перекус. Потом, наверное, все-таки я продолжу что-то делать с окном. Но надо будет подождать, пока высохнет батарея, чтобы я в нее не влипла. Не подумала сразу, надо было заняться этим перед тем, как красить батарею. Ну ладно, у меня еще время есть, займусь. Покажу вам, какая она сейчас. Решетка. Видите? Она облуплена, все, уже надо это все красить. А он еще тоже все такое не очень. Надо этим заняться. Так вкусно. Смотрите. Люблю зажаривать грибочки, так что вся влага выходила, что они такие были поджаристые. Так это вкусно поем. Кто еще любит грибочки? Как люблю их я в 30 лет. Раньше я их не любила. Именно шампиньоны мне очень нравятся. Тут у меня грибы, белые шампиньоны, лук, одноголовка, чеснок, паприка, соль. Пахнет это все просто обалденно. Я буду себя проклинать за то, в каком виде я к вам включаюсь постоянно. Ну, раз это у нас лайфлог, то будете терпеть меня и такое иногда не накрашенное. Покушала я, и у меня резко разболелась голова. Видно, сосуды сузились, потому что у нас сегодня очень нестабильная погода за окном. И я выпила цитрамончик и сразу уснула. Вот, поспала где-то, ну, 2 часа точно. Но проснулась из-за того, что открыто окно, я нормально укутана, батарея сохнет.
ездит машина, и вот слышите, и соседи включили музыку такую противную, громкую, и я проснулась. Вот. Не пойму, какое у меня настроение, я довольна или злая. Сейчас пойду, наверное, попью чая. Мама с папой ходили в магазин, что-то там не купили, по-моему, одеяло двухспальное. Мне было так хреново, что я просто сказала, не заходите, не трогайте, мне плохо. Вот такой у меня вышел сегодня день. Но, тем не менее, я довольна, потому что если я ничего не делаю, я себя корю. Если сильно много чего делаю, все равно себя корю. У меня сегодня такой полуленивый день. Я и батарею покрасила, и отдохнула. Класс. Ладно. Буду вставать. Может, что еще полезного сделаю, пока светло. Потом включусь к вам. Красила я второй слой. У нас, конечно, погода такая. Дождь пошел. И дождь такой прям сильный. Еще в кухне покрасила батарею. Еще откосы второй раз покрасила. Все сохнет. Включила дуечку. Так направила на батарейки. Окошко открыто, чтобы влага испарялась. Останется только пропылесосить, вытереть пыль. Все готово. Сегодня буду спать на сложе, дай половине. Пусть досохнет хорошо краска. Матрас тут у меня стоит. Вот так. Вот. Сейчас буду думать, чем буду дальше заниматься. Что такой вечер, думала прогуляться, но не получится. Села разобрать вот этот вот органайзер для всего моего барахла. Сейчас почищу все ненужное, что не пользуюсь, выкину нахрен. И надо дорисовать картину свою по номерам, потому что краски лежат, засыхают. И нашла стачу своих красок по номерам. Гляньте, как я красиво все разложила. У меня просто есть холстик, я хочу на нем что-то нарисовать. Пока не знаю, что. Поэтому не выкидываю. Краски, кстати, не засохли. Гляньте, как я их красиво разложила здесь. Красота. Сейчас буду это все сортировать. Выкидывать, покажу, что осталось из этого, что выкину. Еще я вот на работе у нас фотобумага приходит, как сказать, упакована в упаковке, спереди, сзади лежат вот такие картонки, которые мы выбрасываем. Я себе насобирала на какие-то маленькие открыточки, картиночки, но так не нарисовала. Надо обязательно садиться рисовать, обязательно. Но я этого не делаю, поэтому сейчас раскладывая буду решать, что выбрасывать, что нет. Пока сушится батарея. Так, итого. Перебрала я тут, наконец-то стала намного свободней. И вот такая кучка у меня уходит в мусорку. Так что я молодец. Вот, девочки, мальчики, сижу я и кайфую. Все высохло, все беленькое, красивенькое. Еще останется за окном все сделать красиво, и будет кайф. Я еще цветочки тут немножечко облагородила. Что все просто зашибись. Я довольна, я молодец. Сейчас пойду кисточкой мыть, убирать, пылесосить, наводить порядок в комнате. Буду готовиться к завтрашнему дню, выбирать наряд и все такое. Всем приветики. Продолжается мой день преображения квартиры. Има, скажи привет, подписчики. Морда. Нормально себя чувствует батарея. Ни запаха не осталось, все высохло. Сегодня была в Авроре, купила 4 вот таких подушки на стулья. Вот такие стулья у нас кухонные, советские. Подушечка как раз ложится. Правда, мама надо заставить, чтобы сделала чехольчики на подушечке, чтобы не загрязнялись. Стульчики очень холодные, просто так, если сейчас на них сидеть. У них вот такие покрашенные деревянные ножки. У меня еще осталась краска, вот эта, которой я дверь красила. Я хочу сейчас покрасить ножки у стульчиков и завязать вот эти сидушечки, чтобы все было красивенько, аккуратненько и тепленько. Так что беру вас в этот процесс опять с собой. Все, стульчики покрасила в 2 слоя. Фух. Высыхает по чуть-чуть. Как высохнут, можно переворачивать, класть подушки и пользоваться. Ну, сами вот эти ножки я не стала уже закрашивать. Нет смысла. А так все мне нравится.
Так, девчонки, настал второй день. И мальчишки, простите. Зашла на кухню, родители уже пользовались стульчиками, явное дело. Высохли, беленькие. Поэтому можно класть подушечки. И вот такая красота получается.